До официального начала отопительного сезона в Саратове осталось меньше месяца. Подготовительные работы на объектах теплоснабжающих организаций вышли на финишную прямую. Глава города побывал на территории крупнейшей теплоэлектроцентрали, которая обеспечивает теплом два района Саратова. Подробности инспекции в нашем следующем сюжете. Отклоняться от маршрутов нельзя, вмешиваться в работу действующего оборудования нельзя, дотрагиваться до оборудования тоже. Строгий инструктаж обязателен для каждого посетителя Саратовской ТЭЦ-5, одного из крупнейших теплоснабжающих предприятий города. От ее энергоблоков и турбин зависит подача тепла в Ленинском и Кировском районах. Это более 1000 жилых домов и учреждений. Будут ли горячи их батареи предстоящей зимой, приехал узнать глава города. Ему объясняют технологический цикл производства электроэнергии и тепла на ТЭЦ-5. Вода, которая у нас приходит с береговой насосной, расположенной в селе Пристанной, попадает в химцех, проходит очистку и попадает в контур для подогрева и получения пара. По словам специалистов компании «Т-Плюс», бывшая Волжская ТГК, в этом году выполнен капитальный ремонт 4-го энергоблока. Ведутся работы на остальных 3-х и паровом котле, который выдает 480 тонн пара в час. Впечатленный глава города не забыл спросить, собираются ли энергетики решать проблему теплопотерь. У вас потери большие по городу идут? Да, тепловые потери. Большие, потому что мы знаем, что большое количество... Значит, теплотрассы, они не изолированы. Мы очень часто и много обращаем на это внимание, потому что, по сути дела, улицу отапливаем. Улицу отапливаем, а, значит, стараемся переложить, значит, на жителей эту проблему. Специалисты Т-Плюс подтвердили, что потери тепла действительно велики – 24%. Поэтому разработали новую программу. В ближайшие 2 года в Саратове планируется перекладка и изоляция тепловых магистралей и автоматизация центральных тепловых пунктов. Глава города осмотрел турбинные и машинные залы ТЭЦ-5, пульт управления энергоблоками. Обратил внимание на высокий уровень компьютеризированности процессов. Самое главное, мы сегодня убедились в том, что вы готовы к подаче тепла, оборудование у вас работает очень хорошо, персонал обучен. В отопительный сезон мы войдем вовремя. Вот это самое главное. Задача городской власти, чтобы у нас жители все были с теплом в домах. Юлия Шишкина, Евгений Шейченко, РЕН-ТВ, Саратов.